28 июля на площади имени Ленина состоялся праздничный концерт в честь Дня военно-морского флота. В Каспийске этот праздник ежегодно отмечают с большим размахом. Так, для горожан была подготовлена яркая и запоминающаяся программа с участием творческих коллективов. Концерт открыли выступления ансамбля песни и пляски Южного военного округа. В этот вечер звучали известные патриотические композиции, такие как «Русь», «Партизанская борода», «Солдатская попурри», «Донская кадриль» и многие другие. Кроме того, ансамбль продемонстрировал все свои таланты и в русских народных танцах. Завершили свои выступления артисты композиции «Армия и флот». Вскоре на сцену вышли таланты Дагестанской государственной филармонии. Открыл программу Денис Федоренко. Яркими и завораживающими выступлениями мероприятия украсили Тахмин Амирай, Даниэль Гарунов, Хаджат Ибрагимова, Руслан Гасанов и многие другие звезды дагестанской эстрады. Уже ночью на берегу Каспийска прогремел долгожданный праздничный фейерверк, знаменуя яркое завершение Дня военно-морского флота.